кто, ты или я? Так я или ты, блядь? Я это я или ты или я? Строки, клыки, копы. Этот я тебя слышит, бей, покажет облик. Я поджигаю, слышит в помещении громко. Дизель, будто гонка. С обложки Вога поза. Соус от окна. Яркая сука. Кэш на бути, бэби, вочи, дути, пути. Сколь... Вот это хороший момент. Вначале, ну не очень, я хотел сказать хуйня, а вот сейчас заебись пошло. Пусть сыплю жемчуг ей на груди. Носи мои бусы. Вижу высоклаться, у меня есть сердце. А я на Мирей, бери да Эл, где тусуется гэнг. Ну, блядь, как будто, да, любой Dragon Flood, я, конечно, извиняюсь, но, блядь. Красиво. Какой год, блядь? А, 24-й, блядь, понятно. Сжимаю пиво, пламенем супер саяна. Пылаю налево, направо, засиял, ну, ритмика интересная, вот когда он ритмику ломает, да, вот это прикольно в бит. Когда... Это реально интересная фишка. Вот хочется мелодии какой-то. Ну, вы просто написали, что хайп вообще прям чарты, марты. Ну, бля, хочется немножко мелодии такой, да, заедающей. Ну, что-то такое. С ритмикой классная фишка, очень нравится, прям очень. Не скажут за себя, близни сюда еще зелья. В иллюминаторе, малышка, как топ-класс, музло громко-класс. Ну, я вижу баланс, я не слышу их фраз. I got a juice, она дает джаб. Вот здесь, сейчас. Строки, клыки, копы. Этот я табис движет, бэй покажет облик. Я поджигаю, свежу. Но уже, ай, уже минута 30, я уже, ну вот честно, устал слушать. Ну, я, если что, я не сру, естественно, у каждого свой вкус. Просто вот объективно говорю, как мне, как слушателю кажется просто, и все. Сами знаете, предвзятости у меня никакой нет, ни к тому, ни к другому. Ну, просто говорю, как чувствую, короче, сорян. С обложки Вога поза, соус от окна. Яркая сука, кэш на бути, бэби, очи, дути, пути. Да это хороший, вот это мне нравится момент, блядь. Скользь по пути. Объективно, да-да-да-да. Чуги на груди, носи мои бусы, ногу эти тусы. Вижу высоклассы, у меня есть сердце. А еще, кстати, хотел сказать, обложка крепотень, пиздец, блядь, просто не по себе, да, ты кого-то сидишь и на тебя смотрит постоянно, типа. Даже как-то неудобно это самое, как-то неудобно свое мнение говорить, как будто он вот смотрит, он бам, въебет, знаете, просто чел подошел и смотрит, реально не по себе. Бля, обложку вообще неудачно выбрали, реально как-то некомфортно, блядь. Вот есть такая хуевина, вот раньше... видеоблогеры, они не особо снимали близко, ну, как объяснить, видеоблогеры не ставили близко камеру, короче, к лицу, опять короче сказал, я стараюсь избавиться от этого слова, ну, кто не в курсе. Нельзя ставить камеру близко к лицу, чтобы зрителю не было дискомфортно. Реально есть такой момент, когда видеоблогер снимает свои блоги очень близко, то кажется, ну как-то не по себе становится. Вот здесь такой же эффект работает. Кудри вьются корейской вермишелью. Нах Эдтус Шаур, я уже отшельник. Нах Мэри Джейн, перечитаю Мэри Шелли. Как и Франкенштейн, я избегаю отношений. Сижу в каюте капитана, мой волшебный корабль. Иллюминаты, да-да-да. Появляется силой воображения. Ты хочешь ути-пути, я не против совершенно. Мой звездный разрушитель так нуждается в мишенях. Пиф-пап. О, вот это охуенно, блядь. Вот это старый ЛСП из Magic City. Вот это уже вайб пошел. Просто Гонфлада я никогда не слушал. Мне всегда не нравилась, короче, музыка. Но... А, опять сказал, короче. Да что ж за зараза такая. А вот это вайб, да, Magic City. Ебать, блин. В этом жанре мелодрама положение. Даже любишь токийский гуль, неужели? Да, что он сейчас сказал? А, блин. Губы тянутся. Какой гуль, блин? Клыки, клыки, этот я тебя вздвижу, бэй, покажет облик. Я поджигаю, свежу в помещении громко. Дизель, будто гонка, с обложки Вога поза. Бля, он он ко мне подходит, бля, вы видите эту хуй? Или меня глючит, блядь? Конечно, будь, бэй, да он точно двигается, блядь. Скользь по пузе, сыплю жемчуг ей на груди. Носи мои бусы. Это все, весь куплет его, бля. Ну ладно, в общем, послушали. Ну, вообще, я бы такое не слушал. Не мое вообще. Абсолютно. Ну, не знаю. Вот у ЛСП хороший куплет такой, прям ностальгический 100%. Ну, вот этот
припев слушать постоянно невозможно, реально устаешь.